Привет, мы в Пуэрто-Рико, и сейчас я вам покажу орхидею Ванду. Орхидея находится у нас на реанимации, мы просто ее отдали. Вот видно, что листья немного сухие, и здесь все очень сухое, но уже начинают расти новые корешки. Сейчас мы будем ее пересаживать. Мы сейчас обрезаем старые сухие корни, которые мертвые. Вот видно, что маленькие корешочки начинают расти в самых неожиданных, казалось бы, очень сухих местах. Вот еще один. Вот еще выглядывает корешок. Тоже большие. Мы сейчас посадим вот в такую вот корзинку, и она будет у нас в подвешенном состоянии. Замечательные корни. Казалось бы, старая орхидея и в не очень хорошем состоянии, но видно, что орхидеи очень живучие растения. Мы посадили вот такую корзинку, там была небольшая подкладка из кокосового волокна. Мы решили просто разрезать на кусочки, поскольку ванда всегда имеет много корней, которые просто не будут помещаться. И мы хотим, чтобы корни вот так вот через корзинку свисали вниз. Вот сейчас мы ее поливаем, а потом просто подвесим вместе с кокосовым волокном.